Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 30-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск начали с выполнения тарковского стрелка шестой части, с ликвидацией диких снайперов для егеря и попутно выполнили мокрое дело часть первая для миротворца, также с устранением диких. Затем пробрался в санаторий и забрал кейс «Груз X» часть первая по квесту от миротворца. Павел, Дроид, Ли, Крабон, Роман, Нормал Гай, Антоха, Кот, Кеймастер и Аноним. Отдельное спасибо вам за финансовую поддержку и доброе слово. Качество 480 было из-за неправильного статуса, который я выставил в еще не обработанном выпуске. В этом сезоне цель просто делать квесты, наслаждаясь игрой. На четвертый сезон пока никаких изменений нет. Да и если честно, я не буду изобретать велосипед, если будут идеи по новой рубрике или что-то в этом духе, то это будет другой плейлист, грубо говоря. Я играю на Казахстане, и если играть в первой половине дня, то локации спокойные. Играю в Тарков года 2, как до этого время от времени то играл, то не играл, а так я в игре с альфа-теста. А про эргономику по-хорошему глянуть гайды от ребят, кто разжевывает про эту механику. Если кратко, то мне эргономика нужна для быстроты прицеливания. Для примера, можешь взять два одинаковых оружия. Одно собрано с высокой эргономикой, второе, например, на отдачу или просто стоковое. Разница будет очевидна. Было пару комментариев по поводу канала на RuTube. Канал я создал, пока наполняю его контентом. Кому удобно смотреть там, все ссылки будут в описании. Всем приятного просмотра. У нас из оперативных есть адекватное, ну не то что адекватное, а то, которое мы попутно можем сделать. Задание – это устранение диких. 15 диких на любой локации. Устраняешь, говорит, и награды забираешь. По текущим задачам мокрое дело часть 2, найти жилище рыбаков на берегу и пометить маркером. И груз X часть 2, тоже резервуары с водой в санатории, это восточка. Будем сегодня работать на миротворца, потому что хочу подфармить доллары, потому что хочу поставить себе воздушный фильтратор, потому что хочу 40% бонус к прокачке физических навыков. По ленд-лизу части 1 216 ключ я взял. На берегу контроллер мотора, надо будет забрать это на улице, который возле упавшего беспилотника. И гироскоп на берегу в 216 комнате надо будет забрать, и я закрою ленд-лиз, если будет такая возможность. Нормально так отделся, нормально. Взял с собой вектор, запасные магазины, все как положено, маячок имеется, патроны, все, я готов. Так, дом председателя. Ну, значит, мы с западки будем внедряться. Ох, блин, эти ГСШ, это просто привет, медведь. Забыл поменять наушник. Ну, ничего, сейчас, если мы где-нибудь найдем, обязательно поменяем. Обязательно. Давай тогда через западку начнем с 216-й. Заберем, попробуем внедриться на втором этаже предмет, который нам нужен. Потом пойдем в восточку на первый этаж. И если живыми оттуда выберемся, то в сторону дороги на таможню, там в ящике контроллер заберу. И все пойдет по плану. Так-то у меня должен быть слева, да, спаун, по сути. Ага. А дикие уже на месте. Нормально, еще один. Ну давай. А ладно, не видно и бог с ним. Сейчас я пока с ними буду тут возиться, все. Займут к тому же. Вышибать устану потом. Или вообще не дадут зайти. Спаун так-то не самый плохой. Хотя, по сути, мне без разницы, какой спаун. Не, ну вот... Да, если бы сзади лазурки был, то мне пришло... Ствол!
О, ты откуда тут взялся? Вон он, блядь, вон! Опачки, а что теперь дикие тут появляются? Вот это сюрприз. Вот это что-то новое. Или это машины спауны, они в эту сторону шли. Похоже на то. Ну, обычно я... Тут никого не встречалось, честно. Вот наушников нема. Наушников нема. Интересно. Надо докинуться сразу, чтобы полные все магазины были. Да? А, у меня же маяк еще, я забыл совсем про маяк. Ёпарасете. Надо было сначала мне на остров идти. Вот я типчик. Ладно, бог с ним, забыл уже. Не буду крюк давать, пойду уже в западку туда. Так, фонарь имеется. Хорошо. Что-нибудь на быструю медицину воткнем. Если вдруг чего. И внимательно слухаем, что тут. Так, вот, тут себя не слышно, блин, в этих ГСШ. Это на острове в аккурат возня. Ага. Административка. Так, а где этот предмет? 216 я зашел. А, вот здесь же он. Вот он, симпатяга. Есть. Гидрошок 45-й. Так, теперь нам нужна восточка. Восточка, первый этаж нужен. Да пофига, за ним, да? Давай рискнем. Собака, а? Сидит он. Он сидит там. Поправился. Ладно. Ну давай, выйди, что-то. Пикай.
Ты ж крутой, у тебя там трассер 62. Блин, там по-хорошему выходить, надо воевать с ними. Я их не пересижу тут. Лечится, смотри. Значит, прилетело ему. Где-то сверху меня обходит, да? Вот это вот вообще больше всего не люблю сиделки эти. Обычно я в них вздыхаю. Мне проще выйти и рошануть. Вот выходить. Вы что, понимаете, где я, типа? Натуре. Блин, я боюсь, сейчас пришивать начну, он пушнет, и он меня же не бросит этот. Хер набор. Ладно, рискну. Иначе бесполезная вся эта возня.
засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок! Вот это уже интересно. О, он лутается. И это надо мной, да, на третьем? Да. Блин, я магазин забыл забрать. Вот это вот хреново. Ух ты, мать твою. Не послышалось. Тут, оказывается, тоже кто-то сидит. Ой, короче, пойду я сдохну, надоело мне это все. Где, откуда стрелял, я не понял. Короче, Russian. Мне надоело. Ты кого ты перезаряжаешь? Я не нажимал R. Алло. Или свалить нахрен отсюда просто. Ругаются, что-то не ту кнопку нажимаю. Так. А, мне войб запретили, да? Раз, два. Нет, нормально. Страдать можно, говорит. Там на какой на несколько секунд, видимо, его запретили. Не то давил, спамил. Так, значит. Теперь раздействуем с этой стороны. Сначала я заберу в ящике контроллер. И пойдем через восточку. Восточка, западка, остров, тоннель. Такой мой замысел.
куст, похожий на ЧВК. Вот он, симпатяга. Я тебя 100 лет, блин, пытаюсь вынести уже. Который выпуск? Сегодня как-то не отдашься мне. Че, пофиг, по чисто полю попробуем. Прямиком в восточку, что ли? Сюда вот так сделаем. Если вдруг вкинемся. То мне этот выстрел что-то вообще не понравился. Сюда. Сейчас поднимемся как раз в аккурат к восточке, к краю. Ходить буду со стороны двора. И кто ян-то? История повторяется. Побежал. Это ЧВК, по-моему. Нет, это дикие. Слушай, да тут, по-моему, свита опять. По-моему, история в натуре повторяется прям один в один. Точно. Сори, я убил санитара. Он выбежал прям на меня. Что, мне опять сливаться, что ли? Сколько можно? Там кто-то еще прискакал. Ага. Нога. Вот тебе и нога. Кто-то еще из ЧВК там. Ох, лучше бы ЧВК так отлетали. По-моему, там кто-то в админку пошел, поэтому я что-то это
Эй, земля, ты что ты хотел? Я так наблюдаю. У кого-то видит, а кого непонятно. Кто там? Буянов гений, не спорю, но, блин, где моя удача, я не понял. Тем не менее, путь охотника-садист я случайным образом совершенно закрыл. Завершаем этот квест, мы убили санитара. А вот, коллеги, часть третья, к сожалению, квест провалился, потому что здесь условия для выполнения квеста это не убивать санитара, наоборот. Так, снова я недалеко от этого ящика. Я, кстати, перешел на другой сервак, чуть западнее, так сказать, ближе к Атлантическому океану. Вот это на моем сервере вообще не норм. Ну, то же самое получается. Беру в ящике нужный мне предмет. И точно так же поднимаюсь в восточку. И точно так же, походу, опять на санитара нарываюсь. Да, я уже не знаю, какие планы тут строить. И вообще, стоит ли их строить. Так как перспектив к их выполнению ничего не предвещает, да? А вот бегал бы я просто там по беспределу какому-нибудь, и обязательно бы все получалось бы... Ага, вижу, вижу, ЧВК, смотри. Он симпатичный. Я хочу убить его. Мне надо сломать систему. Мне надо кого-то пристрелить, чтобы... баланс был нарушен. Понял. Ничего не знаю, надо избавляться от этого маяка проклятого. Надо от маяка проклятого избавляться. Это из-за него у меня не прет. Этот маяк как будто меня подсвечивает для всех. Зараза непутевая. Фонарик забыл. Ну ладно. Я на острове с диких стену какой-нибудь фонарик, да? Наверное. О, я балаклаву-то напялил? Да, напялил. Молодец. Угу. Я тебя видел. Я тебя зафиксировал. Все равно зафиксировал. У меня тут видеофиксация. Даже если съемка запрещена.
конечно, служивый. Ты серьезно? Вот так вот хочешь меня просто застрелить взять? Просто с острова застрелить? Ну все. Господи, за что? Черный ворон. Меня дикий голова глаза убил. 3 минуты рейду. Так. Никаких планов нет на рейд. Просто вышел прогуляться. Просто прогуляться и все. Ничего не буду делать, никакие квесты. Ничего. Я не хочу. Настроение у тебя истерическое. О, ящик какой-то, да ну нафиг. Это что такое? Не знаю, не знаю. Нашел добро. О, что-то добро, говорит, какое-то. Было бы зло, не поднял бы. Так добро получается. Ну, пойду прямо. Посмотрим, что там есть. Просто прямо. Нарисовался хрен сотрёшь. Ну да, собрался. Ты где? Понял. Ну, я ж тут или залезу. Должен залезть. Пожалуйста, не надо. Спасибо. Ну, значит, того с вертолета они вряд ли запустят. А он, по-моему, и не на вертолет вовсе пошел. Он, по-моему, пошел в сторону ГЭС, что ли? Левый коронный, правый похоронный. Базаришь, братишка. Ой. Короче, капец тебе, служивый! Мимо лестницы. Да, он диких пошел, кошмарит-то. Хуяй, медведя! Подожди, перезаряжусь. Нехороший вы, блядь, человек. Попасть бы, блин, по тебе. Давай, мать! Что это, где? Так, вот она папка, которую я 100 лет уже пытаюсь забрать. Понял.
забыл, что тебе батон в будку закидывает? Ах ты ебагла! Фары, врубай вафел! Понял, понял. Так, надо патроны докидывать, это так не пойдет. Без патронов я не умею стрелять. Он по внешке пошел. Так. Господи, первый лут мой, первый вообще эти. А нет, не первый, наврал. Самолет что тут потерял? На кого ты тут нужен? Кто-то через парадку заходит, что ли? Я ЧВК наконец, я сломал эти весы. Весы не правосудия. О боги, с чем ты? С упышками. Блин, у меня поновее так-то. Давай чуть-чуть выпотрошим его. Этот трупер забрать хочу. Тоже с маяком. Эй, братан, тут это все. Маяком пришел, считай. Все. Уж я-то знаю, о чем говорю. Погодь, а где мой магазин еще один? А, все здесь, я же не разлутал. Вау, молодец, сейчас бы пошел. Я, чё я парюсь, она же пустая. Так вот. Всё, красавчик, красавчик. Такие патроны нам не нужны, но...
того. Так. Цветы я люблю. Дерзану тут проскочить. Клоунада, конечно, с этими всеми магазинами. Ух, блин, я уже такой тяжелый, что... Так, ладно, вроде бы пока тихо, никого нет. Давай, наверное, по-быстренькому все это дело делаем и валим отсюда на... Пока опять ко мне задом не повернулась удача. Да? Да, 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 да. Все, я взял, что мне надо было. Мне теперь надо на остров идти. Можайку я бы забрал. Как-нибудь, где бы мне пройти-то по-хорошему, а? Наверное, прямиком давану просто, да? Что тут велосипед изобретать? О, аирдроп, понял. Может, Эрсас там будет? Который я уже 100 лет не видел. Что, никому не нужен аирдроп? Ну ладно. Пипец. 50 килограмм сразу стал. Ага, разгрузки не будет, да? Вау. Вот это вот бы еще забрать. Ну все. Дальше сами... Ёпрст, это какой он тяжелый у меня. А вот граната где рванула? Никто не подскажет. Есть ощущение, что там санитар опять. Поэтому, пожалуй, я пойду окольными путями, мать их. Вот опять же я сейчас, вот мысль есть на маяк выйти. Это ближе, конечно. И, возможно, лут я весь вынесу. А давай, знаешь, как сделаем? Давай я мешок скину там где-нибудь. На... Блин, ну хотя на туннеле там бы и вышел, да?
А давай, может быть, натуре это самое. Где-нибудь тут раздеться, типа. Быстренько сбегать туда, замаячить. И мне потом придется сюда же возвращаться. Смысл, да? Ладно, да телепаем уже так, как есть. Блин, я свой страхованный там бросил, надо было этот выбросить. Правильно я его там бросил. Да фиксим. Будем считать, что это благодарность Таркову за то, что он дал все-таки сломать эти весы. Эти хождения по мукам так и не закончились бы ничем. Я сейчас самое тяжелое все скину. Прямо перед выходом к острову. Чтобы налегке метнуться туда и на обратном пути пить. Добро забрать. И пойти на выход на тоннель. А, не, я просто хожу же, ничего не делаю, никакие квесты. Я просто пошел. Просто иду себе. Никого не трогаю. Никого не замечаю. Не нарубаюсь ни на что. А ведь Улак первую пулю тоже затрикошетил. От РПК. И в прошлый раз Улак, блин, спас башку. Шлем я имею в виду. Досадно иногда. Вот представь, он бы меня зарядил, бам. А у него рикошет опять был бы. Пришлось бы нажраться. Выносливость идешь пешком, просто расходуется, потому что я очень тяжелый. Одна минута. Для челоботов рановато еще. Так что имеем неплохие шансы. А не, какие планы? Никаких планов, никаких шансов. Все нормально. Просто гуляю. Иду свежим воздухом залива подышать. Все так, все так. А значит, вот под этим сооружением бетонным есть трава. Устал. Я устал. Вот, и теперь легенькой летящей походкой. Маяк со мной. Внедряемся на остров.
где эти? Ага. Пожалуйста, используй. Да не открывай ты, идиот. Ничего не пойму. Кровь есть, а жертвы нет. Ладно. А мне некуда все равно брать ее. Там места нет. Под магазин две ячейки оставлю. Дышите. Дышите, дышите. Дышите. Не дышите. Так, сейчас здесь отдышимся. Тут вроде как выглядит побезопаснее. По крайней мере, в спину вряд ли убьют. Что за такую огромную Торайси я нашел? Это 6 класса броня, комбинированные материалы, дебафы просто чудовищные, 18 килограмм весит. Ну, с этим разве что на завод какой-нибудь ходить. Ну и то... Там ни о какой мобильности просто нет речи. Надеваешь на голову какое-нибудь ведро, чтоб не видно и не слышно ничего не было. И воюешь в этом бронежилете. Ну вот, правильно говорят, что когда идешь, не надо никому говорить, что ты зачем куда пошел, да? Вышел прогуляться, воздухом подышать. Подышал. 24 минуты, но у меня... В принципе, я нигде не останавливался практически. Я даже не лутал санаторий, хотя можно было бы заглянуть еще 220-ю и так далее и тому подобное. Сделал свое грязное дело, все, что на сегодня планировал, наконец-то я переделал. Даже одного ЧВК застрелил, который у меня идет в квест «Каратель». Но и пришлось через всю карту просто идти от дороги на таможню до тоннеля. Ленд-лиз, часть первая. Я принес контроллер мотора, на берегу который в ящике нашел, и гироскоп, который в 216-й комнате нашел. Все, квест завершен, закрываем. Забираем награды. Мокрое дело, часть вторая. Тоже завершаем. Нашли жилище рыбаков, пометили, выжили, вышли с локации. Квест завершен. Груз X, часть вторая. То же самое. Нашли комнату, наконец-то, с резервуаром в санатории. Я столько пробивался к этой комнате, просто с ума сойти. И нашли информацию. То есть папку вынесли, передаем, можем закрывать квест. Ленд-лиз, часть вторая, выдает нам миротворец. Теперь нам необходимо программируемый процессор Vertex. Непонятно ничего тут. Короче, надо варить это все добро. Либо идти искать где-нибудь на маяке, например. Мокрое дело, часть третья. Здесь необходимо найти машину Артема на берегу. Простенький квест, за который 1500 долларов мне отвалят. Груз X, часть третья. Найти спрятанный груз Terra Group на берегу. Тоже простенький квест. Надо идти в санаторий, но в самом там лазить не надо. Там просто в западное, в дыру в стене забуриться, спуститься на бассейн, посмотреть там груз, который тоже за дырой в стене. И все, просто уйти.
так, как говорится, просто зайти и выйти. Остался у меня еще дейли квест на устранение, по которому мне... А, мне тут евро дадут. Я думал, тут доляры дадут, а оказывается, вон оно, что, Михайлович. Ну, 5 диких осталось. Может быть, еще разочек на бережок сходим? Попробуем. Все, я собрался. Взял с собой Мосина как основную. Покачаю немножко снайперский. Ни на какой особый там жесткий файт и победу не рассчитываю. Беру пистолет АПБ, чисто для того, чтобы на ближней дистанции что-нибудь можно было бы хотя бы сделать, попробовать, да? Как раз попробую закрыть дейли квест, где 5 диких осталось дострелять. И 2 основных квеста, если это все сейчас провернуть, то будет очень даже здоровски. Блин, прям под антенной появился. Ну, ё-моё. Ну, ладно. Ну, зато по пути есть хороший шанс, что я по пути просто сейчас настреляю себе диких, да? Значит, вышел я опять просто так. Никаких целей не преследую. Просто мне из точки А прогуляться в точку Б. И вся любовь. Больше мне ничего не надо. Ладно, если серьезно, на ГЭСе мы сейчас посмотрим как раз-таки диких, и я так полагаю, что, возможно, там клиентура как раз-таки наша будет. Если парочку сейчас тут можно будет прихлопнуть на ГЭСе. А, мне в западку же подниматься в любом случае. Ну да, значит, ГЭС, остановка, западка. Понял. Там что-то происходит уже. Нет. Сейчас другой маршрут будет. Я уже придумал его. И чё, руки трясутся, алё? А, понял. Патроны не зарядил. Лучший. Пока клювом щелкал, дело-то не сделал. Нужное. Молодец, Лиса. Молодец. Чё он? Сломался или... или помер? Контрольный тебе. Ну, по-моему, тут... все округи, понятно, да, откуда? Ага. Я так и подумал. Деданы, пацаны! Я свой. Да, поняли, конечно, откуда стреляют. Скорее всего, даже слышали выстрелы. Это сзади спаун, который за мной прям. Подожди, кого ты там валишь? Ты неужели живой до сих пор? Нет, он не живой. Он просто спиной в этот, в прожектор уперся, да? Так, ну двое у меня есть на счету, еще троих бы. Один. Еще двоих.
Блин, а где по металлу лязгать мог этот выстрел? Либо там на остановке, либо кто-то забегал уже. Внутрь туда, как мне кажется. Слушай, вполне вероятно, что ЧВК меня-то и не видел. Раз до сих пор гранату туда кидает. Вторая не про меня была граната. Проверять тоже не хочется. Блин, а я думал, сейчас по левой стороне сейчас спущусь. Посмотрю заправку. Все такое. Если бы там еще кто-то был, уже пошел бы, наверное, лутать, да? Товарища своего. Дикие, они же тоже лутаются теперь. Ладно, на ту сторону мне уже не вариант идти, честно говоря. Есть предчувствие того, что там редиски будут ходить всякие. Ожидать, пока я пойду вниз лутаться. А посмотрим здесь на остановке. И в западку. Мне же в западку надо. Ну все, иди. Хорош. Типичное поведение дикого. Пришел, остановился, покрутил что-то там. Тайник как будто полутал. Ха, ну и все, нормально? Ну-ну-ну. Как вы живете, пацаны? О, почти полон. Один, ну и второго сразу добью, чтобы хотя бы этот дейлик закрыть, да, в случае чего. Зашибись. С ударом. Хорош. Внимание, конечно, привлек. Отбас глушил и дальше работать. Правильно я сделал. И правильно ты, дядя Федор, говорит, бутерброд ешь. Надо колбасой вниз. Так,
Вот оно, это местечко. Вот он, груз X, часть третья. И теперь осталось только машину Артема поглядеть. И все. О, вау. Во, вот это хорошо, то, что он там стрельнул. Он дал понять типам, которые тут наверху лазят, что я якобы с остановки пошел тут. Эй! Хана мне. Или ему. Я застрелил его. Готов поспорить, застрелил. Да, инфу хорошую дал. Ну и пацаны там, видимо, не с совочками. Надо валить отсюда. Надо валить, а мне по-хорошему в эту сторону валить. Мне надо пришиваться, мне так совсем не нравится бегать без ноги одной. Кстати, этот выстрел, скорее всего, пойдет в тарковский стрелок. У меня же там как раз часть с убийством с болтовки ЧВК. Это нравится. Все, смотрю машину Артема и иду домой нафиг. Надо же, какая. Как я удачно повернулся-то, а? Просто объяснить, что... Что к чему. Блин, а вот снайпер вот здесь. Он где-то ведь здесь. Не думаю, что он сюда пойдет. Он где-то тут. Где-то либо в районе заправки там. Что больше всего вероятно, да? Ну того смотреть, типа я подниматься не рискну. Я не знаю почему, но я уверен, что он там не один на этой крыше. Ну не то чтобы на крыше, а конкретно там в лазурке. Это будет очевидно ПВП, а я хочу выйти живым с локации. Даже несмотря на то, что мне ЧВК нужны. Мне надо глянуть машину Артема и выйти просто. А, где она машина? Где-то дальше там. Вдоль дороги. А, вот она. Я думал за этим стендом рекламным. Так, вот она точила. Есть, посмотрели. Бам, ну это превью, пацаны.
Все. И выход на тоннель у меня, правильно я тебя понимаю? Да, тоннель. Значит, идем домой. Тоннель прямо по курсу. Да. Пятнадцать минут сделал только дейлик, получается. И все, больше ничего не получилось сделать. Не вынес. Не вышел, точнее, с локации. Да, беровца того на крышу я все-таки зацепил, застрелил с мосянки, зашибись. Устранение квест дейлик все-таки сделали. Хотя бы его подзаберем, уже не так досадно, что рейд хотя бы не холостой получился. И наконец-то у меня вкачалась стрессоустойчивость до третьего уровня за счет того, что я бегал там, походу, то ли сломанной ногой, то ли сейчас, который урон я получал, я что-то так и не понял. Ну и неважно, мне не обязательно это понимать. Главное, я могу закрыть теперь следующий квест егеря. Давно висит выполненным этот квест, путь выживальщика хладнокровный, здесь необходимо было убить ЧВК выстрелом в голову, находясь в состоянии тремора. Этот квест я не закрывал, потому что здесь стрессоустойчивость плюс один уровень дает. Я ждал, когда апну очередной уровень, чтобы, так сказать, не потерять очки прокачки навыка, накопленные уже. Путь выживальщика, боевой медик, говорят, теперь жизнеспособность нужно прокачивать до 5, и только тогда он даст тебе плюс 2 уровня. Скорая помощь квест выдает. Я уже давно сварил дефибриллятор, и 2 ЦМС-ки, 2 хирургических набора у меня тоже готовы, передаем. О, смотри, он мне жизнеспособность плюс уровень дает. Вот это повод. Пока тогда закрывать я не буду этот квест, потому что, ну, сами смотрите, жизнеспособность плюс уровень он даст мне. Путь выживальщика торчок, убить диких в лесу, находясь под эффектом стимуляторов. Ну, если будут дейли квесты с убийством каких-нибудь дикарей, то я думаю, как раз таки с этим мы и совместим, да? Путь выживальщика филин, это тоже связано с дикими. Здесь 6 диких необходимо подстрелить в период с 21 до 4, не используя прибор ночного видения и тепловизоры. Ну, неплохо, в общем и целом, 3 100 000 у меня есть. $25 000, я думаю, что сейчас можем смело взять, зайти в убежище и поставить себе воздушный фильтратор, да? Все, воздушный фильтратор готов к постройке, займет строительство 48 часов, но при этом мы будем ускорены в прокачке группы умений физические на 40%. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился, всем большое спасибо за вашу поддержку, за пальцы вверх, за теплые комментарии, за финансовую поддержку. Сложно начался денек, не спорю, но в итоге результат вполне себе хороший. Ждем теперь, пока построится воздушный фильтратор. Всем удачи, приятной игры, отличного настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.